Вечер добрый. Вы слушаете свое радио, надеюсь, в постоянном для себя привычном режиме. Ну и тогда вы в курсе, что каждый будний вечер с 8 до 10 программ «Живые». Вот в летнем формате пятницу мы изымаем. Пятницу отдаем дачникам. Ну, зачем людям мешать собирать или там копаться у себя в земле, окучивая всякую разную плодородную почву? А думается, что это, наверное, справедливо и правильно. Так что с понедельника по четверг включительно. Сегодня представлять, в общем-то, коллектив и эту замечательную женщину я не буду. Вернее, представлю чуть позже. Но я уверен, что вы знаете прекрасно, что она делает, какие потрясающие произведения у нее. Вот сегодня, как всегда, традиция неизменна. Сначала песня, а потом уже поименно представлю весь коллектив. Так что, как обычно, живой звук в программе «Живые». Давай-давай, поехали. Ну, давай, подожди, мы должны понять, чем мы играем. До сих пор... Всем привет, коллектив. Тогда ты не туда говоришь. Он, а она, это я. Ладно, Ольга Арефьева. Давай уже. Ольга Арефьева и Ковчег сегодня здесь, раз все поменялось. Это как с этим человеком, в общем, все может произойти по-другому, не так, как запланировано. Почему? Все запланировано. Это тобой. Так и было запланировано. Тобой запланировано было, да. Что будет первым-то? Песня. Ну, все, ладно. Последний год календаря, ты эти песни пела зря в монастырях царя. Инструктор пьяный вдруг горя, надел штаны из янтаря и что-то страшное куря. На небесах, небесах, на весах добра и зла. На небесах нет нас, на полюсах тепла. На небесах, местах и не лесах цвела. От жара лопался стакан, инструктор был от чая пьян, кричал отчаянно баян, в ударе был барабан. Ревела в баре кабаре, висела пьяная амбре, цыгане рвали на баре, он кричал хэре. На небесах, небесах, на весах добра и зла. Нас на полюсах тепла.
Ну, собственно, и все, и можно уже заканчивать эфир, потому что мне совершенно кажется очевидным. Сегодня аудитория будет в потрясении, потому как живое звучание Ольги Арефьевой — это всегда удовольствие. Ольга Арефьева, «Ковчег». Сегодня, привет. Сегодня, да, сегодня в программе «Живые». Слава богу, спасибо, что добрались до нас. Очень хотели пообщаться, как это водится, уже не в первый раз. И слава богу, что есть чем. Да, да, есть чем сюда прийти. Спасибо. Итак, гитара Индюков Сергей. Сергей, можно разочек к микрофону подойти, просто поздороваться с людьми, выказать им уважение. Здравствуйте! Забыл слово. Здравствуйте, это слово называется. Сергей Суворов, бас-гитар. Я тут. Вот, хорошо, слышно громко. У человека, который сидит в этой маленькой, но прозрачной комнатке, свой собственный микрофон. Чуть левее повернись. Вот он. Вот он, замечательно. Барабанщик коллектива Андрей Чарупа. Всем привет. Спасибо большое. Если нужно будет что-то сказать, ты вот так себе притягивай, дай мне знать, что хочешь что-то сказать, я тебе его включу. И есть еще один член коллектива. Я думаю, что нужно прям сразу представить эту очаровательную... Это я, да? Нет, тебя не надо, подожди. Иди. Потом. Елена Калгина, бэк-вокал коллектива. Привет. Привет. Вот оно, это очарование. Она всегда так скромно улыбается и краснеет, и я всякий раз чувствую себя неловко. Может, что не то сказал? Но вроде как все пока складывается. Сообщу, как с нами связываться, это важно. Может быть, чего-то захотите написать за программу, может, какие-то вопросы задать. 4647 — это короткий номер для ваших смс. Сначала свои пишите, причем неважно, кириллица, латиница, это не имеет никакого принципиального значения. Дальше важно. После слова «свои» пробел и уже все, что хотели бы адресовать сюда, в студию. Группа ВКонтакте, официальная группа своего радио, там тоже все понятно. Фотография в самом тексте анонса Ольги Арефьевой «Ковчег» выделена синим, значит, активная ссылка. Кликаете и тут же оказываетесь у нее в сообществе. А это всегда приятно знать, что происходит с коллективом, в первую очередь узнавая об этом. Там же под этим анонсом, собственно, уже много чего пишут. Ну и, понятно, ждем ваших сообщений здесь же. Видеть можно все, что в этой студии происходит в программе «Живые», зайдя на сайт своего радио, своеradio.fm. Там сверху плеер, в плеере слева онлайн-аудио. Это чтобы слушать справа онлайн-видео, чтобы смотреть. Кликаете, и вот оно, ваше счастье. Видите картинку, которую нам представляет Планета Ру. Спасибо огромное этой замечательной краудфандинговой платформе. Там же, кстати, есть и чат, в котором можно запросто отписываться. Все сообщения мы отслеживаем, все пытаемся увидеть. Если что-то интересное оказывается, обязательно это публикуем в эфире. Все, мы к этому больше не возвращаемся. Очень рад тебя видеть. И вот искренне совершенно понимаю, что выдернули мы тебя сейчас после тура большого и серьезного. Причем, я так понимаю, зарубежного тура. Да, есть такое. Не в тот микрофон, будь добра. Все-таки вот этот, который с лампочкой, в него давай говорить. А кто кашлял? Это не я. Нет, не ты, да, но тем не менее. Я оглядываюсь, все же подумают, что ты, да. Что за тур-то был? Я так понимаю, что это тур не по России? Ну, мы ездили в Испанию, да. Зачем? Есть такая организация «Россотрудничество», которая занимается тем, что русскую культуру продвигает в других странах. Дай то есть здоровья. Даже, скажем так, имидж России. То есть не именно нас, но они нас выбрали как людей, которые представят ее наиболее удачно с их точки зрения. Я с ними согласен. Я не знаю, честно говоря. Я подписываюсь под этим. Ну, нам приятно, что это именно мы. Вот, и мы ездили, выступали там в посольстве. В общем, как-то так вот в таких местах невероятных. Там культурный центр, например, в Барселоне университета. Это вообще такое место. Ну, просто мы первые 2 часа в себя приходили от того, какое оно крутое. Это бывший костел полностью, там весь в статуях, в росписях. Все это гигантское. И нас туда пустили выступать, пригласили. В общем, в принципе, интересно. Ну, интересно, я понимаю, что для тебя, как для человека, это интересно. А для тебя, как для артистки, для певицы, это интересно было? Ну, тоже интересно, потому что у нас там оказалось, именно у нас почему-то, что там есть зрители, которые пришли не просто на какой-то некий концерт, а конкретно, прям да, они долго ждали и мечтали. Угу. Во-вторых, очень интересно там всякие нюансы. Например, там не знаю, в посольстве в Испании на самом деле там один фонарь света, шикарные люстры, рояли, а вот свет, вот у них 2 фонаря, один просто неисправен, понимаете? Ну а им зачем он нужен там в посольстве? Да, они говорят, у нас вот все равно дети выступают. Мы говорим, ну как тут дети? А им что, не надо свет? Им зачем? Дети и послы. Не, ну так, в принципе, интересно. То есть такая как бы одновременно богатство и бедность как-то вот это были смешаны в этом всем. Некоторые вещи были чрезмерные. Например, кормежка.
мы ее сейчас вспоминаем со сладким ужасом, потому что столько еды я не видела вообще за последние 10 лет. Ты на нее только смотрела, я так понимаю. Ну, Сережа принимал еду, я понимаю. Я пыталась съесть. А ты только смотрела. Но мне не удавалось. Судя по тебе, ты только глядела. И только вина. На это не смотрела, она также потребляла. В общем, вино красное там просто лилось рекой. Это все были ужины, обеды, завтраки, которые были вот организованы. Там нельзя было сказать, что давайте я вот что-нибудь другое или что-нибудь поменьше. Ну, просто понятно, что все унесут и выкинут. Поэтому... Я честно пыталась, но, в общем, теперь я так рада, что это кончилось. Знаете, как говорят, запой тяжелая работа, а никакое не удовольствие. Вот у нас вот то же самое было с едой. Здорово. Давай петь дальше. Ну, давайте, да, отвлечемся от... От еды. От земных. Что будет за песня? Догадайтесь. Ну, вот и все. Это знает только наш барабанщик. Смотри мне в лицо, живой человек. Я это я, а ты кто? Кто-то из нас сказал, что снег летит снизу вверх и скрывает глаз небом. Поцелуй в глаза свою смерть, поцелуй в глаза свою смерть. Кто тебя любит больше нее, кто тебя ждет? Только небо, только лишь небо. И настанет тот день, и выпадет снег, и придет к нам тот, кто знает, что скоро от нас останется здесь лишь светлый алмаз, парящий в лучах. Тебя любит больше нее, кто тебя ждет, вернее нее. Небо, небо, только лишь небо. Поцелуй в глаза свою смерть, поцелуй в глаза свою смерть, поцелуй в глаза свою смерть, кто тебя любит больше нее. Небо, только небо. Сейчас есть возможность поговорить о языке. Ты как человек пишущий не можешь этого не оценить, потому что вот, например, Сергей Мерзляков пишет: «Только на вашем концерте в Ижевске узнал для себя новое значение прилагательных «яблочные» и «колбасные». А теперь объясни, пожалуйста, что это значит. Я не был на концерте в Ижевске, извини, не удалось просто. Расскажи, что это такое. Прости, не могу. Это вырезано цензурой. А, то есть это в эфире сказать нельзя? Нет, это можно так посмотреть в нашем клипе на песню «Человечки». Там Лена у нас главный человечек. И жестами подробно объясняет, о чем эта песня постоянно. И на этом, на этой строчке вы можете узнать. Где и почему. Где почему. Окей, да. Хорошо, ладно. Уходишь от ответа, хорошо. Значит, я тебе вот что почитаю от Ирины Трейз. «Великая, многоликая». Это к тебе. Oh, yes. «Бессонная ночь под шумного сибирского дождя за окном обещает быть необыкновенной». Люди сидят сейчас в других, совершенно других часовых поясах. Стоп, у них плюс 3 часа. У них... Ну вот и посчитай, пожалуйста. Я вот теперь 12... хорошо знаю, сколько 12 у нас в Новосибирском ночь. Разница. Потому что я туда ночь. Все время летаю теперь спектакли играть. Значит, Саш пишет: «Какая замечательная фотография на картинке анонса. В ней, на мой взгляд, вся Арефьева». Ну да, я искал фотографию. Долго выбирали мы из разных фотографий. Спасибо. И решили, что вот это самое. По-моему, Катя Бессмертная
посмертная питерская фотограф, молодая такая девушка. Они делали проект «Женщины в роке». И вот как-то роскошная не помню, фото. Куда делся этот проект, но фотография от меня досталась с тех пор. Роскошная фото, правда, роскошная. Значит, Анатолий Михайлович пишет: «Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, о песню про последнюю морковь. Исполняете ли на концертах? Это первая песня, которую я услышал в исполнении Ольги Арефьевой. Спасибо». Не поняла «Последняя морковь». Ну, не знаю, вот песня про последнюю морковь человек спрашивает. Поешь ты эту песню? «Последняя морковь». С санкциями морковь кончилась. Я не знаю, о чем речь. Может, хрен на морковь где заменила? Женщина, что ли? Возможно. Я же читаю текст, который мне написан. А? Лесбиянку. Понятно. И раз пошла такая пьянка, режь последнюю морковь. Вот. Все, поняла. Ну, исполняем на акустике, да, на акустических концертах. Вот для Анатолия Михайловича это была первая песня, которую он услышал в исполнении Арефьевой. Да? Ну, прекрасно. Вот. У человека мир не рухнул, слава богу, в его понимании. Значит, хорошо, значит, все как-то так, как надо сложилось. Скажи, пожалуйста, я знаю, просто мы перед эфиром буквально двумя словами успели переброситься. Книжку новую пишешь. Я уже написала. Так. Это не такая книжка, которую сидишь и пишешь. Это такая, которую собираешь, коллекционируешь. Главное — успеть записать. Это одностишие твои? Это новый, второй, следующий том одностишие. Я загадала, что когда их станет тысяча, в этот раз я их держала при себе и не публиковала. Я загадала, когда их тысяча будет, я скажу об этом издателям. И вот я уже сказала, они обрадованно согласились. И пока я вот ее сейчас занимаюсь технической работой по ее оформлению, там всему-всему, я написала еще штук 200. Потому что когда ковыряешься в этом вопросе, мозг включается на определенные частоты, и ты начинаешь их еще и еще писать. Так что... Ну, для тех, кто не в курсе, Оля пишет чудесные совершенно одностишья. И я в свое время зачитывался ее прошлой книжкой. И была идея, надеюсь, не буду ее продавать. Надеюсь, зачитаешься следующей. Да, и с удовольствием. С удовольствием, причем с радостью. Я думаю, что я даже пиарить ее буду в эфире, потому что это... Ну, хоть какие-нибудь, помнишь, навскидку? Вот надо было предупреждать. У меня мозг одноклеточный. Я помню или песню, или... Так, стоп, сейчас мы песню не поем пока. Песен нет, ну, музыкантов. Хорошо, я единственное нет. Почему-то помню. Вы в Пизу. Но все равно. Удачно съездить. Вот и так далее. Я очень люблю про бонги. Мне очень нравится. Куда ты наливаешь, это бонги. Да, да, так все просто. Казалось бы, вроде как ни о чем. Но столько смыслов в этом всем. Столько замечательных подтекстов, классных. Музыканский, да, и не только музыканский. Пережитой, у Арефьевой очень много не музыканских, таких человеческих, житейских, женских в том числе. Про любовь особенно. Ну вот. Ну что-нибудь про любовь вспомнишь? Ой. Из старенького. Люблю вас просто в очень редкой форме. Ну как к этому не относиться с симпатией? Человек талантлив, бывает и многогранен, когда мир его полон. И вот здесь как-то так получается, складывается одно с другим. Очень веселая, Ольга, у вас прическа. Не знаю почему, но меня улыбает. Пишет меня кто-то. Меня тоже улыбает. Это, да, один из первых аспектов, который я сразу как-то подметил, сказал сегодня, блестящая совершенно прическа. Да, правда. Я всегда была грустным клоуном, но мне это надоело. Я уже хочу быть веселым клоуном. Пытаюсь, с переменным успехом. 46-47, это короткий номер для смс, ваших свои, пробил, дальше сообщение. Привет, что вы сделали с Петей? Ждем навьё. Петя нам изменил так. С православными христианами. Да ладно? Он с группой Ихтис сегодня где-то там играет. Они мне об этом не рассказывают, но мне донесла разведка. Он сказал, что он не может просто. Ну, то есть ничего с ним не случилось, все в порядке? Все отлично, ну, да. Вот это то главное. Есть, если человек есть силы изменять, значит, у него все отлично. Значит, он живет на два фронта. Слушай, это... Шутка. Не, секундочку, это нужно в одностишье тут же облечь. Да, мне кажется, хорошая мысль. Ритмизовать, главное. Да-да-да, если человек способен изменять, значит, силы есть. Силы не закончились. Значит, ну это тебе виднее, как это срифмовать, я не умею. Значит, Рома Усольцев пишет, очень умеет Ольга Викторовна настроить на позитив, несмотря на то, какой бы тяжелый день ни был. Спасибо ей огромное. Если бы вы знали, как у меня был тяжелый день, вы бы совсем засмеялись и заплакали. Ну... Я здесь. Мы постараемся тебе этот день сегодня не испортить до конца, уже там чуть-чуть вопросиков. Наоборот, наконец-то стало приятно. Хорошо. Честь. Вот и хорошо. После трудной настройки. Хочется пробиться со своим вопросом, пишет Василиса Уграицкая. Когда слышу или пою вашу «Сделай что-нибудь», сердце сжимает какая-то боль и даже немного страх. Скажите, при написании этой песни вы испытывали те же эмоции, и как она, собственно, появилась на свет? Спасибо вам огромное за ваше чудесное творчество. Ну нет, ни боли, ни страх. Нет, сильное влечение, которое не может быть реализовано.
прямо сейчас или вообще. То есть, когда я писала эту песню, это вот как раз был такой... Ну, там об этом. Там, в общем-то, прямым текстом все это рассказано. Нет, ну, понятно. Но человек почему-то боль и страх испытывает. Видимо, влечение у Василисы связано с болью и страхом. Не знаю, я не психоаналитик. Я и свои песни не всегда понимаю. А уж чужие чувства тоже... Но она эмоциональная, это точно. В ней содержится... Просто надо, опять же, оговориться. Вот многие думают, что человек пишет стихи, песни, он всегда знает прям, что он хочет этим сказать. Да. Но нет? Он не всегда это вообще понимает, потому что это такая телепередача от Бога. Ты ее транслируешь, а потом начинаешь анализировать. Ну, конечно, через все свои субстанции, через все свои кровеносные сосуды ты это делаешь. И, соответственно, через свою жизнь и свой эмоциональный опыт. Вот, пожалуйста, Ирина Трейзе пишет, варианты достигшь. Раз изменяет, значит, полон сил. Это, да, тебе, это тебе подарок. Спасибо. Такой. Надежда Борисова, мое любимое одностишье. Нормальность в этом мире неуместна. Правильно. Спасибо за концерт в Твери. Я вас ждала 9 лет. Спасибо. Ты понимаешь, вот когда такие вещи пишут, я понимаю, что... Я не знаю, что должен испытывать человек. Мне, например, такого никто не написал ни разу. Я ждал вас 9 лет, и вот вы при... Я не знаю, что бы я испытал, когда это услышал. Что ты испытываешь, когда тебе такие признания поступают? Что, неужели тебе такое не говорят? Нет, ну говорят разные вещи, чаще гадости, конечно. Фу, но тем не менее. Неблагодарная работа в радио. Да перестань. Я шучу, конечно, просто когда человек знает и одностишье твои наизусть. И когда ждал концерт, вот Надежда ждала концерт в Твери, ждала 9 лет и получила от этого удовольствие. Что ты испытываешь, правда? Ну, да, сейчас еще такой хороший тон появился, подходить ко мне и говорить. Я вас слушаю, дальше называется год, с такого-то года. Кто я дольше? Выросла на ваших песнях, да, нормально. Да, и когда там называют такие уже цифры, которые неприлично и вслух произносить, потому почему? Что люди начинают складывать, вычитать и вычислять, сколько мне лет. Ты прекрасно выглядишь. Так, кстати, между прочим, можешь даже не скрывать, сколько тебе лет. Ты еще раз, еще раз. Вас скроешь. Я вообще не понимаю, да, я вообще не понимаю. Вот, но как-то об этом люди почему? Не думают, а когда начинают говорить, и ты так начинаешь, господи, а ведь правда, неужели я уже столько живу? А там уже родились новые люди, которых еще не было тогда, когда... И они уже ходят на мои концерты, и они уже женятся, понимаете? И мне так... Я рада за них. Но, блин. Смотри на это проще. Смотри на это проще. Смотри ты на молодой... это проще. Про... Вот еще одна фразочка тебе для песни. Ты человек молодой, но поживший. Я к себе так, я себя так вот, да. Я так, когда смотрю на календарь, между прочим, у нас даты примерно близкие. Я смотрю на календарь и понимаю, извини, что да, ну я молодой. Таки поживший, но слышь, молодой. Это, по-моему, судьба русского рока. Он весь состоит сейчас из юбилеев. Дай бог, чтобы юбилеи были качественные, да, со знаком плюс. Вот, пожалуйста, смс-очка пришла на 4647. Кстати, 4647, свои пробел, дальше ваше сообщение. Несмотря на то, что у нас третий час ночи, я с вами. Спасибо, Ольга, вы просто волшебство. Шмелев Александр, Благовещенск, Амурская область. Ух ты, спасибо. Понимаешь, то есть есть места человек. Подальше Новосибирска, да? Есть. На земле. Я не знала, просто если бы не сказали. Олечка, давай петь. Что давайте. Это будет? Это будет песня «Двойное дно» называться. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Ольга, да, Арефьева. Песня, кстати, редкая. И «Ковчег» здесь сегодня. Поехали. Чем вижу веты между, мое лицо сомкнуло вежды, но то, чем вижу, не оно. Мои ладони и ступни набрякли веками сквозь горсти, еще чуть-чуть пробьются гвозди, но то, чем вижу, не они. Не они, не они, не они, не они. Ладонью я теряю нить, но вижу стороною тыльной. Не видеть я почти бессильно, но много видеть мало жить. Хоть надевай чулки, хоть
и те глядят, когда не лень им, запястье с Настю ловят след, ловят свет, ловят след, ловят свет, ловят свет. Я вижу пальцами тоску, и волосами вижу ласку. Я улыбаюсь, видя наспех, ведь знаю не успеть броску. Я вижу тенью и спиной, окно закрытое доселе. Окно сквозит на грубом теле, но то, чем вижу, не оно, не оно. Сказала, редкая песня, Оль. А почему редкая? Ты редко поешь? У нас вообще, да, очень много песен в обороте, и мы не фигачим все время вот одни и те же хиты. Мы даже, наоборот, их избегаем. И на каждый концерт мы сочиняем что-то эдакое, новенькое. Круто. Вот. Ну, и эта песня из тех, которые буквально недавно мы начали играть, при том не электричеством, а сегодня электрический состав. Там это было с виолончелью, как раз с Петей. Вот захотелось просто ее сегодня сыграть. Не 70. Ну, вообще, спасибо. Это 80. Как бы для нас неудивительно. Очередная редкая песня. Не так давно, кстати, в эфире своего и в ротации. Ну, в ротации, понятное дело, Арефьева звучит, но и премьеры тоже звучат в эфире. Мы ждем всегда новых песен. Вот народ спрашивал, будет ли к концу года альбом новый. Мы пока не начали его даже и писать, хотя есть из чего, но сейчас прям у нас вообще не было времени. На это, кроме времени, надо еще силы и еще деньги. Вот. Да. И чего больше? Силы или денег, вот всякий раз сомневаешься. Ну, еще плюс желание и ожидания вот, публики. В принципе, мы так завалили уже всех материалов. Сион очень хорошо, Сион хорошо очень пошел. Вот он из альбома из нового. Мы, собственно, вот выпустили только правильно, что. Поэтому не успели выдохнуть. Ты даже не знала, что в премьерах звучишь, да? Я не знала, я признаюсь честно. Ну, есть у тебя люди, которые, в общем, стыдно. О тебе заботятся. Директора твои всяческие. Спасибо. А я думала, Семен Чайка. Нет, секундочку. Семен Чайка всегда ждет новых песен с удовольствием, но я же не могу. Сейчас я тебе скажу цифру сакраментальную такую. 321. Чего, групп у тебя в врата? Ротации? Умница, все поняла. Это не 32, как на общепринятой и признанной радиостанции, да? Поэтому за всеми... Хорошо, нам всем известно. Хорошо, всем. Очень сложно за всеми уследить, поэтому я музыкантов всегда прошу, ребятки, вы не забывайте, пожалуйста, что есть станция, свое радио. Есть такое одностишее мне, вам всем бы памятник. А то вас не упомнишь. Ай, браво. Оля, браво. Спасибо тебе большое. Я всегда отличалась скромностью. Ты умница, умница, не надо. Скромность ведет, сама понимаешь, в безвестие. Ух ты, Благовещенск, а я там вырос. Ольга, как всегда, на высоте. Привет, живые, пишет Александр Гриб из Лондона. Например. Прекрасно. Человек... Русских людей сейчас везде разбросало. Очень много. Куда ни приедешь, ой, все русские. Да, и в Благовещенск. Русские захватили мир. Везде, везде. Только Россия. Пустее. Сергей Минеев пишет вот что своим. Привет. Специально с Open Suse слушаю, чтобы весь звук уловить, а он чудо. Я думаю, есть смысл сказать спасибо Сергею Дебальскому, звукорежиссеру программы. Правда, спасибо. Сейчас живые. Была прям очень быстрая и очень трудная настройка. Он с такой скоростью работал, что я поняла, что я бы не смогла. А когда он к нам пришел в первый раз, он говорил, что надо строиться долго. И очень не умеет он это делать быстро. Все, вот как-то в экстремальных условиях всегда научаешься, как хорошо. Главное, чтобы уши были на нужном месте. Они у него, видишь как? Видишь, где они у него? Слева и справа. Скорость мозга нужна, нечеловеческая. У нас нет плохих звукачей, и, в общем, собственно говоря, мы за звук боремся активно. Значит, спасибо за ваш огромный талант. Пронзительность, яркость и симметрия просто душу разорвала, так метко попали. Не понимаю, как можно сочетать в себе столь хрупкие нежность и мощнейшую энергетику. Вы удивительная. Сабина Вафина написала. Спасибо. Вот видишь как. Знаешь что? Вот мне всегда интересно было тебя об этом, конечно, спросить, но как-то не было повода. Ты для многих женщин,
ну, твоих поклонниц, слушательниц, являешься неким эталоном. На тебя пытаются равняться, да, потому что вот, допустим, Сабина, я уверен абсолютно, с удовольствием бы, может быть, хотела быть такой же талантливой, и песни сочинять, и петь замечательно, и книжки писать, и относишь ее, вот, все то, что делаешь. Но талантливые женщины — это разные вещи. Я к этому подойду, подожди, я к этому подойду. Талант и женщина несовместимы, хотела сказать. Нет, я так не говорю, но это правда разные вещи. Это не правда, понимаю. Не думал ли ты о том, что многие женщины России, ну, сами по себе молодые, возможно, еще ищущие себя, пытаются тебе как-то подражать? И если они это делают, были ли такие случаи, когда ты об этом узнавала? В творчестве, например, подражать? Ну, тут и да, и нет. Угу. То есть, с одной стороны, мне об этом каждый день не говорят. Так. С другой стороны, конечно, идут какие-то письма. Потом я все время в интернете вижу какие-то попытки исполнения песен. Тебе приписывают какие-то песни чужие. Чему именно как бы подражать? Тут на самом деле ты интересный затронул вопрос, и не так запросто на него ответишь. Потому что меня больше заинтересовала сторона женская в этом всем. Угу. Вот на самом деле не женская эта профессия, то, что вот у меня. Она требует определенных мужских черт. Очень таких крепких. Нужно очень быть устойчивой психически, очень как бы иногда жесткой, иногда командным голосом уметь рявкнуть. И этого у меня всего не было раньше. Я была, в общем-то, слабой. И я в глубине души осталась слабой, но если бы я была слабой, мы бы сегодня не настроились, например. И вообще ничего бы не было. А что такое сильная женщина, скажи мне? А сильная женщина — это уже оксюморон. Вот именно. Это самая противоречивая штука. Угу. То есть вот это как бы... Женщина, знаешь, мужественная женщина, она вот этот оксюморон себя, вызывает, да, у меня протест всякий раз. Да, это себя уничтожает. Угу. Несколько женскую сущность, покорную, мягкую. Вот во мне этого уже совсем не осталось, и я не считаю, что это очень здорово, что мне кажется, что я немножко что-то теряю, что я не могу найти того, кто был бы меня настолько сильнее, чтобы я с удовольствием ему подчинялась. Подчиняться мне некому, на меня нету права. Может быть, секунду, может быть, можешь, но не привыкла? Может быть, жила многие годы по-другому, нет, и не сошлось? Это должно быть обосновано. Это не просто кому попало подчиняться зачем-то. Это должно быть такое восхищение, благоговение и трепет, такое всепоглощающее доверие и уважение. К мужчине. К мужчине, да. Который, в общем, требует уже какого-то исключительного человека. Ну, это известная тема интернета, как бы сильная женщина в окружении котов. У меня нет котов, нет. Значит, еще не совсем сильная. Я еще не совсем сильная, да. Вообще, мне всегда казалось, более того, ты сейчас точно очень сказала, и абсолютно верно, и в моем понимании это так, сильная женщина до тех пор, пока не встречает более сильного мужчину. А любая женщина хочет быть слабой, любая женщина нуждается в опоре, безусловно, в поддержке. Возможно, никто не будет спорить с тем, что женщине нужно самореализовываться, но даже в моменты самореализации она должна ощущать, что за ее спиной сильный мужчина. Но когда ты говоришь, что не нашлось такого, может быть, ты не искала. Нет, ладно, давай мы эту тему проскочим, а давай лучше скорее подумаем про... Что на самом-то деле, ну, я не за то, чтобы женщины были мужеподобные, и смею надеяться, что я не такая. Что нет, мне, конечно, на самом деле очень нравится, вот я сейчас вспоминаю, например, Марлен Дитрих. Угу. Вот это вот идеал как бы женской красоты. Она не размазня, да ведь? Она... Да ведь. Да. Не размазня, да? И в ней очень сильная харизма. Вот слово вот харизма. Женская. Ну хорошо, я не знаю, что это. Такое обаяние. Что такое харизма, скажи мне? Ну такие волны неописуемой привлекательности. Для каждого своя. Согласись, что для каждого своя. А Марлен Дитрих для тебя и женщина с харизмой, а для кого-то другого абсолютно никакая, неинтересная. И когда мы говорим, например, о харизме, мы всякий раз забываем просто о том, что для кого-то это харизма, для кого-то вовсе нет. У кого-то есть позитивное, положительное обаяние, у кого-то отрицательное обаяние. И при этом очень часто бывает, когда человек вроде бы неплохой, а рядом с ним находиться вот ты лично не можешь. Другие легко, а вот ты не можешь. Как это объяснить, иной раз непонятно. Скорее всего, просто какие-то волны не совпадают. Ладно, да, пока как-то мы ушли с тобой в философию. Ну, да, но с тобой всегда приятно. Момент того, что есть люди, которые излучают энергию, рядом с ними все греются. А есть люди, которые ее засасывают. И... О, вот это страшная сила, да. И они тоже бывают харизматичными, они бывают лидерами, но это работает как-то на анти каких-то законах.
когда все, куча вокруг как бы слабых людей на самом деле подпитывает некую черную дыру, и возникает видимость звезды. Так, очень короля делает свит, так сказал. Ну, под доброй волей, тем не менее. Чем-то он их притягивает. Естественно. Ну, то есть это так. Давай пить. Давай, хорошо. Тебе будет. Песня называется «Пророк». О, как всегда, живой звук. В программе «Живые» Ольга Арефьева и «Ковчег» здесь сегодня. Поехали. Единственный трезвый на празднике пьяных пророк улыбался и плакал вдвойне, а с неба валились дары и туманы, и было на небе, словно на дне, разумные вещи, и мудрые звери, и грубые люди с глазами свиней. Хотелось бы верить, но нечем отмерить, ведь всадники нынче глупее коней. А Бог усмехался, и было им так одиноко вдвоем. Один сделал мир, чтоб кружил и вращался, другой был свидетель заснувшим живьем. На ощупь казалось, что время колесно и катится мимо, но через тебя пророк посмотрел и увидел сквозь звезды то, что невозможно сказать, не скорбя. Женщина с нежной кожей о чем-то подумала, не о живом, который жжет, бередит и тревожит, который в следе горит на живом. А люди орали, виляя у края, дыша перегаром в Господние глаза. А Бог улыбался пророку, не зная, пора ли уже это все завязать. Звери кричали от боли, а голый пророк танцевал на ветру. Единственный нищий на празднике пищит, что весело пляшет на страшном пиру. Красиво, как Андрей сейчас уже гвозди забивал. То есть, такой финал, финал был просто роскошный совершенно в партии барабанной. Правда, люблю наблюдать очень за тем, как люди работают. Даже когда играют вроде бы. За огнем, за водой. Да. Вот Илья Нуруллин, смотри, что пишет интересное. «Скажите Ольге, — пишет она, — что ничего мужеподобного в ней нет». Ура! Это очень приятно слышать. Но правда, женственность сейчас, к сожалению, сочетается с отсутствием интеллекта. Вот Ольга как раз и привлекает тем, что в ней сочетаются чисто женские черты и чрезвычайный интеллект. Это правда.
Это действительно так. Это тот случай, когда я не то что спорить, я даже сомневаться не буду в том, что сказано. Еще я люблю юбочки, бусики. Да. Туфли на каблуках. Так, а почему ты к нам все время приходишь в джинсах, майке? Так удобнее. А, понял. Таскать инструмент. Понял, да, я люблю помидоры. Да, люблю очень помидоры, но не ем. Я понимаю, да. Значит, Ира пишет: на фестивале «Путь к себе» в 2014 году впервые увидела Ольгу. С первого раза не зацепила, наверное, потому что очень ждала «Пикник», который выступал следом. Потом села писать текст для фотоотчета одного сообщества. Чтобы настроиться, включила подряд все песни Арефьевой, которые выдал «Контакт». В общем, дописывала текст я с горящими глазами от нового для меня музыкального открытия. Ну, по-моему, красиво. Значит, вот, например, «Сижу, делаю расчет на графическую работу», пишет Леша Бахвалов. «Как, знаете ли, легко получается ее делать? Ведь песни прекрасные, в каждой своя загадка. Спасибо вам за творчество». А вот от Руслана Ильинова вопрос. «Раньше на концертах вы исполняли песни Янки Дягилевой. Очень здорово получалось. Сейчас практикуете?» Практикуешь, нет? Надо объяснить. Значит, я не прям исполняла на концертах. То есть есть вещи, которые я делаю 1-2 раза в жизни. Иначе это просто эксплуатация получается какой-то вот чужой темы, чужой энергии. Но я очень много вещей в жизни сделала 1, 2, 3, 4, 5 раз. Очень каких-то, на мой взгляд, классных и интересных. Они не превратились для меня ни в бизнес, ни в работу. И это и был, не знаю, все что угодно. И русские народные песни. Правда, ими много лет занималась. И там у нас был проект «Белые цыгане», например, вообще с Юлией Тиуниковой. У нас театральные происходят проекты, спектакли. Все это показывается там часто буквально 1, 2, 3 раза. И все. Готовится год, да, показывается 2-3 раза. Готовится всю жизнь. Не знаю, вот у нас сейчас был проект там «Шансон Ковчег». Это было несколько концертов, хоть и вышел диск. И возникает там во всех строчках надпись, что у меня есть такой проект. На самом деле, это такая арт-штука. Вот Дакин так об этом и пишет. Это вещи, которые происходят из-за избытка. Но их можно, каждую из них, превратить в постоянно действующую штуку. А почему ты этого не делаешь? Ну, потому что я, во-первых, одна, и мне приходится делать выбор. Если бы я клонировалась, то одна бы каталась с песней Янки Дягилевой. Ну, я условно говорю, это может быть даже не очень удачный, как сказать, повод для шуток, потому что для меня это очень трепетная вообще как бы тема, это очень глубокая. Она меня настолько выворачивает, что это один раз делается для того, чтобы произнести какие-то нечеловечески важные слова и звуки. А второй раз это уже будет работа. Ну, может быть, не второй, но, скажем, пятый. Ну, то есть то, что сейчас поешь в эфире, это работа? А с моими песнями немножко другая история. Кроме меня никто не сделает это раз. Согласен. Я транслятор, который, к тому же, всегда имеет некое видение недостижимости. То есть я всегда вижу, что надо сделать лучше, вижу, как. Но чтобы это случилось, нужна масса всяких условий, одна из которых все-таки, что еще чудо, происходит какое-то внезапное стечение обстоятельств. Кроме того, что ты должен это уметь, быть к этому готов, там, банально выучить, банально отрепетировать, ты еще должен собрать какую-то энергию. И всегда происходит вот эта погоня немножко за своим хвостом и ощущение того, что надо сказать, ну, какое-то очень правильное слово в правильный момент. И нет такого, что я поставила галочку, у меня все готово. Как только она будет, эта галочка, то можно лавочку-то прикрывать. Мудро, на самом деле мудро. Вот на смс-портале, кстати, 4647, его номер короткий, свои, пробел, дальше ваше сообщение. По поводу возраста одностишья. Мы молоды, но тело все же старит. По-моему, хорошо. Очень красиво. Значит, вот до чего вы меня доводите, пишет Ирина. Я сегодня на работе в форс-мажоре, пахала интеллектуально. То же самое предстоит до конца недели. Мозг зачугунился и властно требует отдыха. А я слушаю, наслаждаюсь музыкой, и беседа начала писать стихотворное послание гостям завтрашнего эфира. Ну, прекрасно. Ты это понимаешь? Тоже отдых. Смена деятельности – это отдых. Кстати, вот насчет «Ковчег шансон» ты упомянула. Дакинг Дак пишет: «Ольга, спасибо вам за исполнение песен народных, военных и прочих с концерта «Ковчег шансон». Очень... Я с удовольствием бы, кстати, еще там, еще таких несколько дисков напела, вот. Но это не так просто сделать. Очень бы хотелось их слушать в вашем
вашем исполнении не только на концерте, но и со студийного альбома. Может, запишите такой альбомчик? Вот студийный маловероятно, потому что все-таки приоритет у нас свои песни. Была надежда и есть всегда, что мы сыграем концерт и запишем, но у концерта очень много слабых как бы мест. То есть буквально кто-то чего-то там не запомнил. Тем более это не играется 100 раз, а один раз. Должно выстрелить сразу и все. Или там чуть-чуть не сложился звук. Все, до свидания. Мы как бы не можем это выпустить. Или я ошибусь в словах, и я это делаю. Вот. То есть надо хотя бы, не знаю, раз 5-10 сыграть. А у нас играл, ну, в частности, в шансоне баянист Айдар Гайнулин. Он очень сейчас высоко летает. Он прославился за это время. И вообще ему как бы не, ну, с нами играть некогда. Он живет в Германии. И, соответственно, чтобы это сделать, вот мы в сентябре сыграли шансон. Но мы настолько быстро репетировали, что в итоге как бы концерт хороший был, все, но запись я слушаю, выпускать это нельзя. Какая строгая ты. Ты строга к себе. Послушай, ну тогда ты можешь быть строга к себе и не очень строга, например, к музыкантам. Или ты строга и к ним также, как к себе. Ну как сказать, дело добровольное у нас. У нас уже давно нет какой-то палочной дисциплины. Если человек хочет играть, значит он играет. Если он хочет играть, значит он играет хорошо. Да. Стремится к этому. Но басист коллектива пришел сегодня до эфира примерно часа за полтора в студии. Это вот, мало. Вот. А ты говоришь, нет палочной дисциплины. Все вышкалены практически. Все, наоборот, еще за мной следят. Ты смотри, не опоздай. Круто. Я говорю, мне очень нравится, когда обо мне забыть. Серьезно, мне это очень нравится. Я не хочу быть вот тем, кто всех строит и грозится какими-то штуками, там, не знаю, опоздаешь, там, будет то-то. Я хочу, чтобы это было добровольным по желанию, и все получали удовольствие. Давай петь. Времечко пришло уже. Что это будет дальше? Это будет песня с длинным названием. Поучительная история. Про одного благочестивого барона и его верного слугу. И про их паломничество в святую землю. Столь бесславно, хотя и прекрасно закончившееся. Ольга Арефьева, «Ковчег» здесь сегодня.
взять младенца, прервав поход, или все же двигаться дальше к далекой святой земле. Правила игры были твердыми, но сердца их смягчились и дрогнули. Они подобрали младенца и бесславно вернулись домой. А там и ждали. Это танцевальная композиция. Шучу. Духовный гимн. Да, понятно. Знаешь, какая штука-то интересная? У нас еще одна песня должна в этом части прозвучать до паузы. Поэтому вопрос я вот какой тебе задам. От Алексея Носарева. Он давно уже поступил. Ольга, вы говорили, что хотели издать свой архив для продажи, но отобрать лучшие версии песен очень сложно, и вы забросили это дело. А нет ли желания издать MP3-диск, куда войдет все и сразу? Так, вычеркнем слово «для продажи». Это совершенно как бы не тот мотив, который меня зачем сподвигнет вообще шевелиться. Вот, это, разумеется, не для этого делается. Тем более, скорее всего, это надо выкладывать на круги по системе «заплати сколько хочешь или нисколько». Нет, именно по причине того, что я перфекционист, что я не хочу всякое говно, извиняюсь. Нормальное слово, для перфекциониста позволительное слово. Засорять им на сферу. Вот, нужно отобрать то, что, ну, где хотя бы нет явного брака, где есть обаяние в исполнении. Потому что там все время разный звук на концертах, и очень много разных факторов влияет. И ошибки есть, и просто бывают разные состояния, и удача иногда поворачивается, иногда отворачивается. В общем, нужно очень сильно с этим возиться, и, можно сказать, полжизни в это вложить, и в это время забросить основную деятельность. Потому что никто другой, кроме меня, это не сделает. И, разумеется, вывалить все вот так вот гаком – это очень неправильно. И вот я как-то сказала бы, вот подобная ситуация с Курехиным происходила. Он умер, не успев привести в порядок свои архивы. И я считаю, потом мы это взяли и фиганули, как бы выпустили там в красивых обложках. Я послушала, я была в шоке, честно говоря, я очень обломилась. То есть я вначале считаю его очень классным, талантливым музыкантом, потом послушала все это безобразие, все эти поп-механики, мне пришлось себя от этого лечить, потому что объясняет себе, что на поп-механике там играли кто в лес, кто под дрова, играли не для того, чтобы сыграть музыку, а, видимо, в этот момент шел какой-то перформанс, что-то удалось, что-то нет. И потом мне, я снова переслушала студийные альбомы и сказала, что, конечно, это великолепно. Великолепный музыкант, великолепный артист. Просто все вот то не должно было попасть в публичное поле. Потому что когда происходит концерт, там все классно, там угар, там красиво и все такое. А потом, когда слушаешь как музыку, ну, с нами, конечно, немножко не та ситуация, но все равно вот этот перфекционизм, он не лишний, я вас в этом уверяю. Но ты будешь это делать в итоге? Не знаю, может быть. То есть, по крайней мере, это не такая простая задача, как казалось бы. Надо вначале абсолютно все исполнения абсолютно всех песен собрать в одно место, отсортировать, а потом сидеть и слушать долгими зимними вечерами. А у меня же работа. И кроме того, я очень много у меня компьютерной работы, если что. Работа имеется в виду концерты. А дома за компьютером я монтирую клипы. Это очень все не быстро. Неугомонный человек. Да, то есть у меня, я редактирую свою книгу, я редактирую фотографии, которые там я снимаю. В общем, у меня этой работы немерено. И когда я с ней справлюсь, я очень трудолюбивый человек, просто про это никто не знает. Давай что-нибудь под конец часа, если можно, не длинное. А не знаю, как получится. Вот песня «Хамелеон» у нас очередная. Сколько она длится? Короче. Рок-н-ролльчик. Короче.
минут на 8. А, как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Ольга Арефьева, Ковчег. Погнали. Давайте продолжим. С радостью и удовольствием сообщаю, что сегодня в программе «Живые» Ольга Арефьева и Ковчег. Оль, ты знаешь, наша с тобой часть разговора, которая касалась сильных женщин и сильного мужского плеча, очень зацепила парочку наших слушателей. Вот Джека и Костянтин. А меня пытаются убедить в том, что меняется все тысячелетие, меняется все, и человечество стало другим, и отношение стало другим. Я хочу просто одну фразу обронить, чтобы не писать, я не успеваю просто отвечать. А вся фишка в том, что все меняется, на мой взгляд, опять же подчеркиваю, и опять же по собственному опыту, и исходя из того, что психологии много лет пришлось заниматься, я даже книжки писать на эту тему. Так вот, вынужден был, да, но надо было, чтобы кто-то это сказал, правду матку-то. Так вот, все меняется, безусловно, правду, но папку. Природа человеческая, мужская и женская, как ни крутите, за эти тысячелетия нисколько не изменилась. Любая женщина, даже очень сильная женщина, с годами понимает, что ей все-таки хотелось бы сильного, крепкого мужского плеча, потому что если она и баба, и мужик, то, в общем, в принципе, скорее мужик, чем баба, по сути дела. Если женщина говорит, я сильная, и мне не нужен мужчина, или нужен такой вот такой сильный, который бы меня пересилил, скорее всего, просто она не встретила такого мужчину, ей приходится признаваться в том, что она такой пласт способна. Выворотили. Да. Очень сложный, на самом деле. Я тут после каждого предложения возражаю мысленно. У меня есть какие-то дополнения, или скажем так, потому что есть такое понятие андрогин. Да, это человек, который сам себя дополняет, который не нуждается. Давай в мы будем говорить о классических. В виде другого, другой энергии. Понятно, да. Это не то, что я не баба, не мужик, а я и баба, и мужик. это не я, как бы абстрактная. Понятно. Но признайся в том, что если бы была возможность быть просто бабой, то бы ей просто было.
Я не могу тебе сказать. Это выбор между тем, что тогда не было бы группы, не было бы выступлений. Потому что я даже, вот мы с тобой поговорили, я пою, я понимаю, что у меня в голосе обязательно должны присутствовать вибрации силы, агрессивности. И чем больше вот этот диапазон того, чем я владею, и нежность, и мягкость, и пассивность, и вот эта вот какая-то женская уступчивость, и при этом мощь, оно тем интереснее. Угу. И я бы не отдала вот эту свою половину, которую я занимаюсь рок-музыкой, в себе вырастила. Может быть, треть, но я бы ей не поступила. А никто и не говорит об этом. Вот живой пример сидит здесь, продюсер программы «Живые». Да, сильная, крепкая, я бы сказал, женщина, которая уже давным-давно себя доказала и поставила. Но я абсолютно убежден, что если бы был выбор между быть сильной или быть с мужчиной, который ярче, сильнее, да, может быть, она бы сделала выбор в правильную сторону. Вот Костянтин, так он зовется, пишет о том, что неправильно считать так, потому что женщины, что они должны стремиться к самореализации. Костянтин, вы неверно роете. Женщина, как и любое нормальное существо мужского пола, тоже должны стремиться к самореализации. Но быть сильной женщиной многих женщин просто вынуждают обстоятельства, потому как самореализовываться она может сколько угодно. А вот плечо мужское, рука вовремя поданная, пальтецо наброшенное на плечо, когда ей как холодно, минимум. Подарок к празднику или на день рождения, кофе ну, отлично, утром сваренный. Когда говорят, налить тебе там чайку, принести. Приятно же. Я как сильная женщина должна отвечать: нет, я сама, уйди с моей кухни, я сама себе сварю кофе. Да, переключу немножко, да, у меня есть знакомая девушка, она говорит, знаете, вот вы злитесь, что у вас там мама, куда пошла, ты штаны надела, ты что без шапки, когда вернешься, где ты была? Она говорит, знаете, как... Я хочу, чтобы у меня это было. Мне так хочется, чтобы обо мне кто-то заботился. Вот смотрите на другими глазами. Вот и все. Это отношение с мамой. Вот тоже именно об этом. Глубокое, с психологией. Именно об этом и речь. Когда я сказал, что ничего в жизни не меняется. Я предлагаю проблему решать так. Играть. Да. Просто больше играть. Чего? Чаще менять маски. Ну, просто с собой играть. Побыть всеми и не страдать, и не фрустрировать, что тебе жизнь чего-то не дала. Побудь и как бы... То есть ты так и живешь? Я ты так живу. И играешь? Понятно. Я так и играю. И, кстати, умница. Песня «Хамелеон» была об этом. Давайте дальше петь. Давайте. Вот хочешь, песня, чтобы что-то еще звучало сейчас. Называется «Поезд за горизонт». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Ольга Арифьева и «Ковчег». Поехали. Watch.
Гитара. Замечательная, надо сказать, гитара. Кстати, я не помню, кто писал, уже потерял это сообщение, но сообщение само по себе в смысл помню, что все вроде бы так, как обычно у Арифьевой, вокал арифьевский, тексты, а вот музыка изменилась, как-то все больше гранжевости появилось. Это такая принципиальная позиция. Нынче так звучит Ковчег и Арифьева? Или это опять эксперимент на один раз? Я понятия не имею. Не, по-моему, мы так все время играем. Ну, я не замечаю, наверное, нет, у нас товарищ. Же что-то... у нас просто постепенно, во-первых, какие-то внутренние процессы, а во-вторых, сегодня нет клавиш. За Петю... Понятно. Стала гитарная музыка сразу. Да, сразу гитарная. А, кстати, меня это никак не отталкивает. По мне так, наоборот, драйву прибавилось даже, стало как-то пожестче, хорошо. Так что, Петя, будешь гулять много? Имей в виду. Имей в виду. Смотри, значит, вот что Кристиан Солель, или Сольель, как правильно пишется, читается, не знаю, латиницей. Оля, а вы не хотели бы песню «Глюкоза» сделать в тяжелой рок-обработке? Ну, я не знаю, мне не приходило это в голову. Но, в принципе, мне нравится эта идея. Единственное, что это же надо заниматься этим. Да. Действительно. Тони Левин там на стихи играл. А вот, например, Дак Индак пишет: «Ольга, мы хотим играть и петь ваши песни под гитару, особенно новые, и те, которые вы еще не выложили на свой сайт, например, из книги «Иноходец». Где бы найти к ним аккорды?» Видишь, чего захотели. А я? Нет, давайте вначале я буду исполнять свои новые песни, потом мы их, я надеюсь, постепенно запишем в студии, потом все их уже будут знать в нашем исполнении, а потом, пожалуйста, там... А иначе, когда твою песню начинают петь, а тебя не знают, то люди начинают думать, что, ну, как бы, это те люди написали. Народные песни. Народные, Арифьева поет народные песни, да. Песни ушли в народ раньше. А где же мой кусочек славы? Я писала, писала. А Василиса Выграйте, скажет, что пишешь, как же вы здорово поете, расскажите, как вы смогли развить свой голос, и бывают ли проблемы с его настройкой по утрам? Ну, во-первых, по утрам я не пою, и вообще никто не поет по утрам из профессиональных певцов. Только в ванной можно чистить зубы. Да? Вот. Голос просыпается не рано. Есть такой закон. А развить что? Учиться? Ну, то есть кто-то природно умеет, но я лично училась. Мне пришлось к этому идти. Я закончила музыкальное училище, потом институт имени Гнесина. Ну, ты сейчас вот, я паузу удерживаю, подчеркивая. Потому что люди должны понимать. Не, ну на самом деле некоторым это дано от природы. Серьезно. Но все равно есть над чем работать, потому что это, кроме вот эмоциональной какой-то составляющей, есть еще большая ювелирная такая огранка того, что ты просто какие-то вещи приучаешь себя там
делать какие-то вещи ровно, аккуратно. Вообще узнаешь, где можно сделать неровно и неаккуратно, потому что многие люди просто не замечают, они там поют, как попало. И он говорит, что это очень похоже на каллиграфию. Вот у меня есть даже альбом «Каллиграфия». То есть вот эту линию верно провести, при том одним мазком и сразу попасть, это немножко надо жизнь прожить. И вот с годами я это все больше понимаю. Это, ну, только берется не наскоком, а таким каким-то... Не обязательно тяжелый, но регулярный. А регулярный уже тяжелый. Концентрации на этих тонких вопросах. Регулярно себя заставлять бывает тяжело. Когда это твоя профессия, тебя костлявая рука голода заставляет. Понятно. Скажи, пожалуйста, концерты ближайшие когда? О, давай поговорим об этом. Да, мне вот пишет директор, а я-то сама никогда ничего не знаю. Вот. Во-первых, мы выступаем 27 июня в Севастополе, 29 июня в Ялте, а 30 июня в Симферополе. То есть по Крыму побежали. А потом у нас будет довольно длинный перерыв, и только 20 сентября мы развяжем Ярославлем. А 26 сентября будем отмечать в ЦДХ мой день рождения традиционным концертом. А что это будет, акустика или кабаре, мы еще не решили. А кабаре это я еще тебе не называла. Еще один наш проект артовый. Это не... Вот знаешь как, вот когда ты говоришь об этом, это такое... Вот я сейчас представил, я почувствовал себя маленьким ребенком, мальчиком преимущественно, которому говорят, ты знаешь... У меня дома, мама говорит. Психолога слышу, называется. У меня дома, говорит мама, есть вкусные конфетки. Но мы сейчас домой пока не идем. У нас пока с тобой такой план. Мы должны зайти к бабушке, а затем поехать ко мне на работу заехать. Там важные дела у меня. В общем, дома мы окажемся часов через 5-6. Но там тебя ждут вкусные конфетки. И все эти 6 часов бедный ребенок ходит с мамой за руку и думает об этих чертовых конфетках. Ты говоришь, вот это у нас есть, вот это у нас есть, вот это у нас есть. Показывать всего этого мы ты сегодня не... Мы можем, мы же не со зла. Я понимаю, но показывать этого ты не собираешься сегодня. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, надо заранее было предупреждать тогда. Ну, а у нас все, знаешь ли, часто бывает очень так вот, импровизационно. Хотите кабаретчик? Давай. Хотим кабаретчик. Сейчас я оглянулась на наших ребят. Что ребят скажут? Сейчас окажется, что какой-нибудь важной квакушки нет. Ребята, поддержите меня, пожалуйста. Не-не, подожди. Они сейчас мне скажут. Не, ребят, меня поддержите, мужчины решают такие вопросы, понимаешь? Очень хотелось бы все-таки, раз мы уже об этом говорим, это услышать. Во, кивнули. Кивнули? Фух. Что это тогда? Это незапланированная песня. Там просто дело в том, что спеть ассолирует интенсивно, а его сейчас нет. И что мы будем делать в это время? Скажи, Серега. А ты в это время на козе сыграешь. А, у меня гитара в руках. Все, уже гитара в руках, она поэтому уже на ней сможет. Ладно, песенка называется «Сладкая смерть». Дайте Бог здоровья. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня. Да, из кабары «Ковчега». В общем, этот проект отличается таким специфическим черным юмором. Иногда ниже плинтуса, иногда ниже пояса. Но это сознательно. Для любителей. Понимаю. Плохого вкуса и хорошего алкоголя, как мы обычно говорим. Вот, он строится на обаянии отсутствующих ныне артистов, это Петра, как минимум. Еще у нас там Тимур Батулин играет на басу. Вообще, это очень... Он артовый, он театральный. Он еще во многом строится на каких-то юмористических номерах, на смешных костюмах. Ну, сыграем песенку «Сладкая смерть». Ольга забыла сказать, что она еще и с театром имеет прямые отношения. А Ольга Ефимовна Ковчег здесь сегодня. Поехали. Вообще, театр и рок-музыка очень близки. Или театр и музыка, и поэзия. И вообще сценическая работа. И да, и вот так можно заодно играть и говорить. Это тоже, вот видишь, уметь надо. Тренировка длительная, ля минор. И я смотрю на ее портрет. То ли она есть, то ли ее уже нет. С воздушным шариком в виде слона, в розовой пачке из бадуна. Гирлянда игрушек, хвосты пустоты, драный турнюр на руках бинты. Играют альты, а вниз карниз, кто-то провис, а ты прокис. Мисс, 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 сладкая смерть, ее избежишь, но ты будешь хотеть. Запомни ее вот так вот анпас, по краю в присядку, идущую в пляс. Когда каблуки она поставит на стол, всяк пожалеет, что он не ушел. Но уже поздно, ты на крючке, с одним ухом и в одном очке. У нее костюм.
спину и пистолет, а бронежилета на тебе нет. Ты плачешь морзянкой и жестом немых, но весь ты здесь и в тебе псих притих. Она знает все, и ей не впервой в пламени света идти по кривой. Метроном лупит по голове сладкая смерть, дайте две. Садом и Гамора — это детский сад, ад от страха уже полоса. Направо и вниз она смотрит в лорнет, там тебя есть, а здесь ты нет. Кошмар за углом, но все по делам, и кто-то рядом поет козлом. Блестки сыплются, свет померк, лопнули шарики фейерверк. Опа! Давай, Серега! Жги! А вот и ты сваренный на пару, начищенный маслом, макнутый в икру. А вот и ты в мохнатых шнурках, и капает страх из-под рубах. Мокрый, как незаконная мышь, голодный, как порох, зрелый, как прыщ. Вспотевший под шубой, ушедший, севший на гвоздь, шедший мимо, пробитый насквозь. Я в тарелках, огонь на спирту, порно несет корабль на борту. У стюарда нет головы, но он обратится на вы. Дикий рок-н-ролл, зомби играют черепами в футбол. Пляшут все на столах и так, череп в углу кивает в такт. Оп-оп-опа. Это было 100 лет назад, в бутылке письмо, но мертв адресат. Все это запись, никого нет в живых, звучит хор маршей цирковых. Грозно играет над духом оркестр, но твой мозг это не ест. Тональность ползет без лестницы вниз, без лифта туда, где не надо виз. Виз, мисс, мисс, сладкая смерть, ее избежишь, но ты будешь хотеть. Запомни ее вот так вот анфас, по краю присядку, идущую пляс. Мисс, 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 сладкая смерть, ее избежишь, но ты будешь хотеть. На голове венец из костей, уберите от экранов детей. Браво, хочется кричать громко. Спасибо большое, спасибо мужикам, что кивнули и согласились это показать, потому что действительно это еще одна грань, неожиданная для кого-то грань, причем грань красивая. А, значит, а ведь дописала, пишет Ирина, вот что «Ковчег животворящий» делает. Ну, писала она там стихотворение, как написала раньше. «Песня «Огонь» очень поднимает настроение, дайте две». Да, Шабринская, вот, пожалуйста, вот тебе, пожалуйста, и результат того, что сейчас произошло. Вы нам даете да, желание такие это продолжать. Да, почему нет? Маришка Валова, ну, или Валова, так, не знаю, как правильно ставить ударение, да. Что пишет, очень долго шла к пониманию ее песен. Пробила совершенно неожиданно. И сразу. Оргия праведников помогла. Совместное выступление на концерте. После чего пошла на ее концерт. Была совершенно очарована исполнительницей. С тех пор диски и книги Ольги потихоньку заполняют всю полку. Вот так и соседствуют на полке Оргия праведников и Ольга Арифьева. Кстати, завтра в программе «Живые» группа Оргия праведников. Но а, это так вот как сошлось. А позавчера мы выступали в «Вольте», а там уже валялась программка Оргии праведников, которая там выступала на день раньше. Вот видишь. Это вас так часто вот за жизнь скрещивает? Вообще не очень часто, но... Наверное, бывает. Просто мы с Сергеем Калугиным давно дружим, ну и как-то так... Я, правда, не слежу прям за их перемещениями, но замечаю, по крайней мере. Угу. Алекс пишет, смотри, какая классная вещь. Ай, как мне нравится. Но ведь она совсем не вписывается в то, что я слышала раньше. Неожиданно. Вот поэтому эти... А тут проблема со мной в том, что я все время сама в себя не вписываюсь с той, которая в ту, которая раньше. Все постоянно ждут, что я какая-то одна.
А когда приходит другая, а потом внезапно приходит еще какая-нибудь десятая, приходится привыкать всем к этому. Ну, а сама-то, кстати, что касается привыкать кому-то, ладно, а тебе самой в какой себе удобнее, в какой себе комфортнее? А тут ни от чего не откажешься. Ты как психолог, наверное, это поймешь. Мы играем разные роли. И вот, скажем, про Лену, вот если недавно мы буквально говорили, она у нас на концертах делает разные номера. Номера – это обязательно очень цельный образ Лены Калагина. Uh-huh. Вот, и это вот на ее примере я понимаю, что мы вычленяем черту самого человека, и из нее делаем образ, ее усиливаем. И у каждого, там у любого клоуна обычно бывает несколько масок и несколько каких-то его главных номеров. И их не так много, но когда ты находишь еще что-то, это всегда радость, потому что ты как будто часть себя возвращаешь. И вот Лена у нас там, скажем, есть вот на «Сладкой смерти», она такая с повязкой там черной на один глаз, с черепом в руках, наглая такая, как-то сказать цензурно. Как-нибудь попытаться. Цензурно. Она крутая такая, это самое, госпожа. Вот. Нет, она все вокруг, да, разрушает. Вот. А на «Мадам Баттерфляй» она танцует с бабочками очень нежно, а на «Клоуне зло» она сумасшедший клоун с ртом до ушей. Я все жду, когда же она уже выйдет. Ну, она сейчас просто споет скромную песенку. Это ее настоящее как бы лицо в жизни. И вот ты говоришь, если бы не было на самом деле театра, мы бы и были с такими скромными, со своим единственным лицом. А хочется-то... Вот чем хороша работа на сцене, что ты гораздо больше всего успеваешь прожить, сделать настоящего, невыдуманного. Ах, прожить. Тут вообще, если там о проживании говорить, да, о театральной истории, то проживая чужую жизнь, вкладывая себя в эту жизнь и принимая это на себя, очень быстро и серьезно человек психологически и психически изнашивается. Ты знаешь, разные бывают профессии тоже. Актер бывает тот, который играет по приглашению, ему дают роль, и он в нее залазит, нравится она ему или нет. А есть тот, который всегда играет себя. Я не знаю, я сейчас вспомнила Армена Джигарханяна. Себя в предлагаемых обстоятельствах. Ну, да. Вот Джигарханян, он сыграл миллион ролей, разве ты его износила? И он просто в себе, он очень богатый сам по себе личность, и он в себе всегда эти черты находит. Угу. Вот. И когда ты, когда ты сам пишешь песни, ты же пишешь их не от кого-то и не про кого-то. Ты пишешь их от себя. То есть это скорее проявление. Это как цветок открыл один лепесток, второй, третий. И цветок счастлив от этого. В общем, тебе комфортно в любой себе. Главное, чтобы это была ты. Я понял. Да, главное, чтобы это была я. Несколько смс-чек прочитаю. 46-47, между прочим, забыл напомнить. 46-47, короткий номер сначала свои, пробил, а дальше... Ваше сообщение. Ольга, вы восхитительны. Вот ничего больше не написано. Просто спасибо. Ольга. Вы... А меня тут ругают. Восхитительны. Говорят, что слишком много шевелю руками. Не-не-не-не, восхитительно шевелишь руками. Значит, вот еще, например. Буду читать стих про нелюдимого людоеда на вступительных экзаменах. Ура. Прекрасно. Пишет я очень рада. Это стихотворение из книжки и находится, если что, из моей. А детской. Можно узнать насчет пластинок. Очень охота купить пластинку с вашим великолепным творчеством. С любовью, город Ярославль, Алексей. Ну вот мы приедем в Ярославль и привезем эти пластинки 20 сентября. Угу. Вот. А в принципе, они всегда продаются у нас на концертах. Плюс что-то можно скачать на сайте Круги, заплати сколько хочешь по системе. Плюс можно просто, не знаю, позвонить нашему директору, найти сайт наш Аркру по моей фамилии, там зайти в ВКонтакте и написать, вам по почте пришлют, хоть в Благовещенск, что называется. Угу. Надо петь. Давайте. Что это будет? Ой, вы же нас сбили уже. Давайте, дедушка Фреда, с программы. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня Ольга Арефьева и Ковчег. Поехали. Песня про одного очень мерзкого, противного дедушку, который не дает мужчине и женщине быть просто друзьями. We'll be right back.
его нет, во всем виноват. Дедушка Фред во всем виноват. Дедушка Фред. Мы могли бы быть проще, могли быть мудрее, но в дело вмешался дедушка Фрей. Но в дело вмешался дедушка Фрей. Город ореет, выходит на рейд, пока не охереет. Дедушка Фрейд, как и пока не охереет. Дедушка Фрейд. Но я не в дыре, и я не на горе. Я там, где не пакостью, дедушка Фрейд. Я там, где не пакостью, дедушка Фрейд. Ты не друг, но давай без рук, а то прибежит дедушка Фрук, а то прибежит дедушка Фрук. У нас не дружба, а вечный бой. Стой, а то выйдет дедушка Фройд. Стой, а то выйдет дедушка Фройд. Город ореет, выходит на рейд, пока не охереет дедушка Фрейд, пока не охереет дедушка Фрейд. Дедушка Фрейд. Я там, где не покосил дедушка Фрейд. Вообще, кстати, что касается Фрейда, ты сильно доверяешь дедушке? Нет. Понятно. Сейчас масса других концепций, и они все конкурируют, и все друг друга как-то дополняют. Это скорее такой юмористический уже персонаж. Угу. Ну, хороший, хороший, правильный. Ну, понятно, да. Хороший ответ, правильный, на мой взгляд. Спасибо большое. Значит, двигаемся дальше. Я тут просто сейчас рую периодически какие-то сообщения, интересные, неинтересные, что-то отбрасываю, что-то... Добрые, злые. Злые, а нет, злых, нет, злых нет. Да вот, ты что? А ты хотела злые? Ну, не, вот не хотела, нет. Пока. Я боялась. Думаю, вдруг ты там мне не рассказываешь нет, самого а ты ж страшного. Потом, ты же потом почитаешь все. Ты же потом поймешь, где я тебя надул. Не, на самом деле нет. Ничего такого криминального совершенно. Для кого-то кто-то говорит, например, что это не совсем его музыка. Да? Но люди у нас приучены, они говорят это вежливо, культурно. Говорят, что вот слушал-слушал, ну, красиво, все профессионально. Ну, не мое, так что пойду пока отдыхать. Говорил, такое был тоже бы невежливый, и так бы и сказал. Да, да, вот в том и дело. Воспитали. Люди у нас вежливые. Кстати, твоя аудитория тоже. Тут видно просто, что есть твои поклонники из группы. Очень вежливые. Правильно излагающий мысль, за что тебе спасибо. Ты тоже, видимо, обучила своих. Не знаю даже, что сказать. Ну, как вежливый рок. Нет-нет, мы говорим сейчас скорее о... Ну, король делает свиту, скажем. Вокруг тебя собирается достаточно интеллигентная, образованная, знающая правильный русский язык аудитория. Это круто. Это действительно подкупает в некотором смысле. О-о-о. Это у нас здесь Формула-1 сегодня. Я забыл, что перекрывали Волоколамку. Для чего? Ну, просто Формула-1 летает. Значит, Даша Шаблинская пишет. У меня вот такой вопрос. Как публика ведет себя на ваших концертах? Спокойно или отрывается вовсю? Ну, в общем, слэм есть, нет? Вот слэма нет. Ах ты. Со сцены я пузом не прыгаю. А может, зря? А вдруг не поймают. Вот. Не, ну, публика танцует. Не бесится. Угар такой у нас... Интеллигент. Интеллигент. Ну, вот правильно, интеллигент. Как там, грамотно сформулировано. Да, да, да. Я, кстати, очень люблю наблюдать на концертах, роковых концертах, как, ладно, парней там по рукам пускают, девочек, когда пускают, вот по рукам носят. И мы всякий раз стоим и ждем, перевернут ее вниз животом или нет. И в какой-то момент наступает хлоп, и вдруг ее уже переворачивают. И долго-долго не отпускают. Вот так вот ее носят на руках. В общем, понятно. Все получают большое удовольствие. И все получают большое удовольствие. Девушка от массажа. А в других обстоятельствах нельзя было как-то... А в других обстоятельствах как-то им неловко. Как-то им неловко. Вот молодежь-то наша пошла. Странно как все, ей да. сложно получить. Девушка не может позволить в других обстоятельствах сделать то же самое. А вот так на концерте, пожалуйста, мните меня. Мните. Значит. Я считаю, что это проблемная какая-то тема. Видимо, да.
Женская проблемная тема. Федя «Жизнь кайфова», так его зовут, пишет вот что: в продолжении разговора о голосе. Почему Ольга не поет оперные вещи? У нее ведь вполне подходящий диапазон. Я насчитал 2,5 октавы. Человек считал, смотри. В песне «Хвойный» ре малая октава, в песне «Амонофе» ля второй. Кстати, как-то раз на одной из всем известных радиостанций был песенный конкурс с кучей разных номинаций. В номинации «Женский вокал» победила Арбенина. Но не в обиду ей будет сказано, она же менее певица, чем Арефьева. А будут ли на своем радио подобные конкурсы? Это уже вопрос ко мне. Ну, пока не думал, кстати, об этом. Вопрос хороший. Да, не думал об этом, но почему бы нет? Потому что рок с оперой очень хорошо скрещивается. Очень. Есть, был такой у нас коллектив, он в живых назывался «Рок-опера». Потрясающие совершенно люди поют оперные акции под роковые инструменты. Ари, да. Ну, под вообще готичная музыка, она такими оперными голосами часто поется. Угу. Вот, так про что мы говорили? А, не, почему не... Да. Не, я пою, на самом деле. Я пела, по крайней мере, и Перголези, и Генделя, и Вивальди, и Баха. И до сих пор, кстати, Баха я пою в спектакле «Смерть и приключения Ефросинии Прекрасной», как раз который мы сделали в Новосибирске с Олегом Жуковским. Сейчас подкупает спросить тебя об этом. Я там пою живьем арию подмывает «Альта» прям. Баха. Прям вот. Но я просто редко это делаю. Прям подмывает попросить тебя это сделать. Нет, подмывает сказать? Меня прям попросить тебя. Я не знаю, как попросить. Понимаешь, у нас был в группе как пианист. Вот он просто 5 или 6 лет назад уехал вначале в Китай, а потом уже совсем куда-то в другие страны. И, в общем, мы перестали с ним вот это вот исполнять. А без пианиста? Нельзя. Это же надо изучить нельзя, классическое да? наследие. Ну, в общем, это надо репетировать. То есть, в общем, нет смысла тебя просить об этом. А жаль, конечно. Я бы мог попросить, было такое желание дичайшее. Но, думаю, нет, наверное, все-таки не стоит. Это пианиста же нет. Да, вот тем так. Более, да. Сейчас сидеть, просить, вот это уговаривать, время тратить на это. Народ слушает, хочет песен, а я сижу, уговариваю Арифьеву, может, споет. Бизе еще пела. Да, вот она еще и бизе пела, оказывается. Но вот... И ела. Не уговариваем. Человек, в принципе, невозможно, мне кажется, даже и думать. Да, можно только заставить. Но не моя эта стезя заставлять, я все-таки предпочитаю договариваться. Нет, да? Нет. Давай петь тогда что-нибудь другое, без оперы. Давай, мы тут собрались пропаганду развернуть религиозную. Давай. А почему ты приглашаешь к себе поближе нашего Сережу? Да, мне он интересно. Помогает мне в этом. Он сейчас будет биться в молитвах рядом с тобой? Да, он будет приплясывать. Серега, я прям любопытно посмотреть. Пророки именем Сил. Ольга Арефьева и Ковчег здесь называют сегодня. И Сергей Дебальский Божие на подпевках. На всей земле, как и на небе, пророки именем Сион называют Царство Божие, как на земле, так и на небе. Основа религии Растафарии – любовь к ближнему. Они отрицают современное общество, называя его Вавилон, и провозглашают святую землю Сион в качестве первоначальной родины. Где-то он удивлял свои ноги джигой, карманом.
допрыгивал фига и шептал себе двигай, шептал себе прыгай и пёр на рожон на сион. Мои ботинки ушли, остались подошвы. Я читал это в книге без обложки. Вроде один, но чтоб все эти рожи на дороге на сион. И нафиг шел, лесом чесал репу и двигал прессом по дороге на Сион. Видел гарпий и ел дракона, был фараоном, стоял вне закона, плевал на лысины с балкона и пер на рожон на Сион. Путал буквы, не знал ноты, спешил не туда и ждал чего-то, не отступал ни на йоту с дороги на Сион. И когда обошел вокруг света, понял я, что Сиона нету, но продолжал не верить в это и пер на рожон на Сион. Да, как говорят нынче, песня зашла. Имею в виду премьера, когда она была в премьерах, ее очень активно люди воспринимали. Вот смотри, что пишет человек, Геопо его зовут. Вспоминаю лагерь МЭИ в Алуште 90-х. И голос Ольги у моря. Она тоже, как стихия, бывает очень разной. Ольга глубокая, чистая, порывистая и тихая. Поэтому и музыка такая разная и интересная. Очень рад слышать в эфире Гоша. Вот сейчас вот так я спрошу. Спасибо. Тебя, конечно, может быть, тебе это повернет в шок. А помнишь ли ты Алушту 90-х? Я даже Гошу помню. И, Гошу помню. Я хотел подойти к этому, мягко хотел. Ну так, передай тогда привет Гоше. Гоша, да, это удивительный человек, который показал мне мою кассету, где там она 100 раз была переписана, а дальше он на слух расшифровал название. Это поразило меня до глубины души, абсолютно незабываемо. Там была песня «Американцы любви», я вот помню. Но у меня есть песня «Камикадзе любви». Но «Американцы любви» тоже нормально нравилось. Там еще что-то было, Лен, помнишь, нет? И там невероятно... Эх, у нас... То есть Гоша креативный человек, давайте. Ну, он, скажем так, не расслышал. И у нас образовался раздел гербарии в связи с этим. Как раз это был главный экспонат первый на сайте, где всякие недослышки очень классные наших песен. Тогда еще не было интернета, люди не могли залезть и проверить слова. А вы издевались над людьми? Нет, мы не издевались, мы просто пели песни. Кстати, очень бывает забавно. Ты знаешь, звук мы стараемся, как ты понимаешь, делать чистым, качественным. И очень бывает интересно, когда вот был такой случай. Не помню, как коллектив назывался. Сейчас вот вспомнить не получится. Где вокалистка, девушка с клавишами, она же играет на клавишах, она же поет. Вот после эфира барабанщик выполз из своей будки и сказал: ну, наконец-то я за все эти годы хотя бы текст расслышал. Это, кстати, нередко. На концертах явление. Даже музыканты иной раз не понимают, о чем поет их лидер или там фронтвуменша. Даже в нашей группе такое бывает.
Инна Ледяева пишет, вот что Даша, это она, правда, не в эфир, а вот Даша отвечает. У нас в Новосибирске на электричество обычно, пока Ольга ближе к концу концерта не скажет, это ваш последний шанс, и дословно. Можете танцевать на столах, отрываться всячески. Все сидят и стесняются, пока самые смелые не выйдут на сцену. Да. Правильно делать, потому что если они на первых песнях будут танцевать на столах, то не произойдет искусство. Все должно происходить по нарастающей. Да. То есть кульминация должна прийти... Вначале мы хотим произнести какие-то важные вещи, которые требуют сосредоточения. Тоже, конечно, немножко оксюморон потом танцевать на столах. Но это моя противоречивая натура в этом отражается. Я такая противоречивая. Я хочу, чтобы все танцевали на столах. Но только после того, как высокодуховное переживание у нас состоялось коллективное. Ну, мы-то с тобой уже кульминацию прошли, я так понимаю. Катарсис уже где-то... Не знаю, нет. Тут не по законам концерта у нас. Понятно, у нас нормальная кухня. Феликс Железный пишет. О, да, вспомнилась кончи цыпленка. Ну, судя по всему, какая-то из реплик. Цыпленок жареный, что ли? Нет, я не знаю. Не знаю, о чем он. Ну, я тоже не знаю. Не знаю. Юрий Ворошилов, Ольга, без клавишных очень-очень-очень драйвово, музыкально, поэтично и красиво. Спасибо. Ну, очень-очень грустно. Очень весело. Ну, я еще раз говорю, я не знаю, вам самим решать, как вам играть, в каком состоянии. Мы разные, и мы, знаете, пластичные. Настоящий профессионал играет в любом состоянии, в любых условиях. Это правда. Я не хочу быть настоящим профессионалом, но, в принципе, когда надо, мы настолько попадаем, тем более на гастролях, в разные абсолютно ситуации, и так нам часто приходится перестраиваться очень сильно и перестраивать аранжировки внезапно иногда. Почему? Ну, почему это происходит? Почему? Ну, допустим, потому сегодня что... нет клавишника, ладно, я понимаю. А вот на концерт? Вот, ну, нас приглашают, например, у нас был дуэт с Петром «Анатомия». Угу. Для него была специальная программа, есть двойной диск. А потом нас как бы стали приглашать «Анатомией», но ждать от нас, что мы сыграем электричество. Потому что организаторы экономные, а публика-то всегда ждет то, что она слышала, там, а кто что слышал. И мы начали изобретать и как-то менять аранжировки. Потом у нас в «Анатомии» вот Серега Индюков третий стал, у нас это уже стало трио. И мы песни то на виолончели, то на клавишах, то я играю на гитаре, то не играю. Кстати, заметили, может быть, я все время у гитариста спрашиваю, я тут играю или нет, потому что он помнит, а я нет. Иногда бывает, что я беру гитару и ставлю, а потом иногда начала петь, а, надо хватать держать гитару, да. Вот, то есть мы готовы ко многим поворотам, и тем более на разных инструментах. Вот, например, Сергей Индюков играет на скрипке, играет на маленькой гитаре, у нее другой строй, играет на электрической гитаре и на акустической. Как будто бы это все близко, но это совершенно разные как бы, инструменты. Петр Акимов играет на клавишах и виолончели, два инструмента. Андрей Чарупа, он играет то на ударной установке, то такой какой-то малый перкуссионный вариант. Правда, тоже из ударных инструментов. Вот. Один Серега, но он, правда, нас поет, басист. А иногда он звукорежиссер, понимаете? Мы как бродячий цирк. Мы должны быть универсальны. Уметь натянуть канат и уметь по нему пройти. Это клево. Это правда здорово. Почистить лошадь и уметь на ней джигитовку устроить. Ну вот, тут я немножко другую ассоциацию, но не хочу ее приводить. Значит, еще как породнить цветок вместо папоротник цветет. Да, как породнить цветок. Это классная была кассета, волшебная и полная магия. Это Гоша. Биолога. Это Гоша. Гоша. Да, вместо папоротник цветет, как породнить цветок. А что касается кончи цыпленка, это кончилась пленка у Би-2. К нераслышанному человек написал. Да. Значит, почему на концертах Ольги запрещено делать фото и снимать видео, спрашивает Сергей Филатов. Ну, фото не совсем запрещено, а запрещено кому попало, как попало. Чтобы мне не вспыхивали в глаза, не мешали, и чтобы потом, опять же, всякое, мы сегодня сказали, дерьмо можно употреблять, да, можно. Не попадало в тебе интернет. Вот, потому что бывают фотографии хорошие, бывают какие попало. Просто засорять неохота на сферу. А видео, ну, по той же причине, я хочу, чтобы оно было хорошее. Это несколько камер, это монтаж, это... Ты потом проверяешь все. Ну как, принимаешь работу, мы специально сами снимаем, периодически выкладываем, что-то было. То есть мы не зажимаем информацию. Но когда это снимают на мобильнике, откуда-то там из-под низу и там черти как, это не совсем... И сразу выкладывают YouTube. Это нарушение авторских прав. Вот скажем так. И я это не очень люблю. Тем более я хочу, чтобы спето было хорошо, сыграно идеально. А кто знает...
Сегодня, вот видите, уже слова один раз забыла. Это живое исполнение. Ну что ты? Это... Мне, например, это даже больше всего нравится. Знаешь почему? Это лишний раз или не лишний раз подчеркивает, что все, что в студии что происходит, все живое, все настоящее, и мы живые. Ты же заметила уже не первый раз у нас, что программа «Живые» — это не стандартная, нет, или не традиционная, скажем, радиопрограмма. Это кухня. Кухня, где можно сколько раз угодно ошибаться. Дарю креативную идею. Давай. Как будешь иногда ставить фонограммы, так назови программу «Живые и мертвые». Я сейчас задумался, да. Ну, в общем, мысли такой не было насчет фонограмм, конечно. Представляешь, на радио приходит артист, под фонограмму открывает рот. Да я себе это могу легко представить, в принципе. Если иметь в виду центральное телевидение, то там только так и происходит в большинстве случаев. И но люди... это не радио. Да, ну радио тоже, знаешь, между прочим, далеко не ушло, если уж человек... Ну, был у нас один коллектив, мы поняли, что они поют под абсолютный плюс уже ближе к концу программы, чем роковый коллектив, такой тяжелый, играющий достаточно музыку. Но я даже не стал потом по этому поводу разговаривать, думаю, ну, это их, на их совести пускай остается. Хотя звучало все так, как будто вот люди пришли и играют, реально. Такая вот история. Но был такой момент. Надо заканчивать уже. Напомню, что завтра в студии своего радио, в программе «Живые» группа «Оргия праведников», день рождения группы будем отмечать прямо здесь. Само собой, подтягивайтесь. Особенно те, кто любит Арифьеву, слушал сегодня, наверняка любит «Оргию праведников». Они совместно часто работают. Так получается. Родина. Какой песней, Олечка, какой песней мы закончим сегодня? Так внезапно. Тогда... Ну, Леночка пришла. А она пришла на песню «Фольга», а я хотела песню «Родина» еще спеть. Очень. А сколько у нас? Минут. 5 минут. 5 минут. Не успеваем уже. Нет. Или «Родина», или «Фольга». Одно из двух. 4,5 минут. «Родину» в «Фольге». Давай лучше про «Родину». Ну, давай. Спасибо огромное, Ольга Арефьева Ковчег. Сегодня 2 часа радовали ваш слух. Если так нет. Елене не удалось сегодня спеть. Ну, зато побыла с нами. Всем пока, до завтра. Родина нас не забудет, Родина нас не спасет, мы с тобой, ой-ой, больше не люди, мы ушли в вечный полет. Судить.